Снайперская подготовка – это наука, искусство стрельбы. В совершенстве владеть оружием, чувствовать каждую мышцу своего тела, работать с дыханием, развивать интуицию – это всего несколько важных направлений в подготовке снайперов. Какие они, невидимые стрелки? Смотрите в новом выпуске нашей программы. В белорусской армии достаточно отличных снайперов, но лучшие практики определенно служат в силах специальных операций. Чтобы познакомиться с их работой, мы приехали в Витебскую воздушно-десантную бригаду. Разглядеть лица некоторых из них не удалось даже мне. Они спрятаны под масками. И все, что ты видишь – глаза. Сконцентрированный, серьезный взгляд. Но так было только первые полчаса. Дальше я смогла развеселить их и увидеть, как улыбаются снайперы. Улыбаются глазами. Обучить стрелять можно любого человека. Снайпером станет не каждый. Необходим склад ума определенный, предрасположенность к математическим вычислениям сложным. Сама работа, наша профессия предполагает нахождение на одном месте длительный период времени. Также частые, долгие перемещения с тяжелыми весами. И от снайпера нужно терпение. С другими тонкостями подготовки будем разбираться по ходу выпуска. А пока представлю вам трех виновников нашей программы. Снайперская винтовка Драгунова. Винтовка ОСВ-96 калибра 12,7 мм. И любимица стрелков МЦ-116М. Чувствую, сегодня знатно понюхаю пороха. Первое, из чего сегодня я постреляю, это крупнокалиберная автоматическая снайперская винтовка ОСВ-96. Размеры, конечно, ее очень впечатляют. Она предназначена для поражения не только живой силы, но и легко бронированных целей. Винтовка принята на вооружение в 1990 году. ОСВ-96 поражает легко бронированную технику на расстояние 1800 метров. А если неприятель в бронежилете находится в укрытии и расстояние до него не превышает 1 километра, от выстрела ему не уйти. Снаряжать магазин здесь принцип, как и у автомата Калашникова. Только размер боеприпаса. Винтовка очень жесткая в обращении, и усилия нужно применять прям мужские. В каком смысле? Крепко нужно все держать, крепко нужно все тянуть. Все требует очень больших усилий при обращении. Набрав в поисковой строке в интернете ОСВ-96, вам выдадут десятки фотографий бойцов, которые держат винтовку в руках, якобы изготавливаются или ведут из нее огонь. Это неправда. Стрелять из этого оружия можно только в положении лежа. Также нужно сильно прижимать ее к плечу. Очень мощная отдача. Перед стрельбой меня пугали, что не стоит, она не для женских рук и что от отдачи может выбить плечевой сустав. Я, конечно же, всему этому поверила, поэтому перед стрельбой знатно волновалась. Ну все, я готова. Еще раз. Ух ты, какая отдача! Так напрягаешь все мышцы тела, как будто пытаешься контролировать себя. Машинка, конечно, да. О! Стрельбу закончила! Мне впечатления, конечно, двоякие. Понравилось, могу сказать точно, но ощущение, что ты стреляешь вовсе не из снайперской винтовки, а из РПГ, ну, то есть мощь чувствуется у этого оружия. Единственное из минусов, я бы назвала, это очень громкий звук, поэтому для безопасности нужно для того, кто стреляет, работать в наушниках, а тот, кто находится рядом, отойти на безопасное расстояние. И отдача. Нужно контролировать свое тело, прям вот как мне объяснял инструктор, почувствовать скелет, не мышцы, а я напрягала вот сейчас все мышцы прямо в тело, чтобы как будто бы пропихнуть эту винтовку вперед от себя.
есть. Но насчет прицела здесь, конечно, сплошной восторг можно только выразить. Все замечательно, я уверена. Я там уверена, что все поразило. У каждого военного журналиста есть свои, я бы сказала, тайные желания. Так вот, у меня была мечта пострелять со знаменитой снайперской винтовки Драгунова. Я читала очень много отзывов про нее. И знаете, если кто-то и говорил что-то плохое, да, ну какие-то, я имею в виду, давали там по пунктам, что не устраивает, то в итоге все равно все потом говорили, что это лучшее снайперское оружие, которое они брали в руки, что она настолько надежна, что с ней не пропадешь. На данный момент она до сих пор актуальна. Возможно, конечно, возможности по модернизации. В винтовку заложен большой потенциал. Давайте исполним мою мечту. Инструктор усложняет мне задачу, меняет положение стрельбы. Забегу немного вперед с выводами. Стрелять лежа гораздо удобнее, чем с колена. Садимся на пятку. Локоть выносим за колено, формируем треугольник, на который опираемся, берем винтовку, изготавливаемся. Винтовка полуавтоматическая, держать нужно тоже крепко, особенно в нестабильных положениях. Ух ты! Сколько она весит? Чертовски неудобно. Винтовка довольно тяжелая, 4,2 килограмма, плюс магазин. А главное, нужно держать баланс, чтобы прицел не гулял. Я спросила разрешения пострелять с двух колен, но, увы, нельзя. Инструктор сказал, стрельба будет неэффективная. Мои ожидания от эффектной легкой стрельбы из СВД разбивались одно за другим. Я не могу с прицелом подружиться вообще. Нормально так. Идет залунение. Сказал инструктор, здесь нужно подружиться с ним. Это, я так понимаю, не часы и даже не дни стрельбы, чтобы приобрести такой опыт. Отдача тоже чувствуется, надо тоже уметь правильно ее зафиксировать. Но знакомство было интересным. Интеллект. Твердая воля, интуиция, выдержка, холодный ум, ровное дыхание, полная концентрация и меткий выстрел. Снайпер. Тихая и смертоносная. Российским оружейникам удалось создать одну из самых эффективных винтовок в мире – МЦ-116М. В базовом варианте она была разработана в 1997 году под патрон 7,62 мм с эффективной дальностью стрельбы до 800 метров. Товарищ оператор, не могли бы вы уйти? Вы мне тоже дороги. Это мое второе знакомство с винтовкой. Я уже стреляла из нее и сразу скажу, получила колоссальное удовольствие. Тихое, отличный прицел, плавный спуск и стопроцентное попадание. Есть, второе. Я попала прямо в десяточку, я прямо отсюда вижу. Смотреть пойдем к мишени, что настреляли? А я посмотрела здесь, что я попала. Прям хорошо. Да. Всеми тремя выстрелами я поразила мишень, я это видела в прицел. Попасть, как мне сказали, не попасть, точнее, по мишени из нее реально очень трудно. Поэтому мне понравилось, даже гораздо больше знаменитого СВД. Готовы ли вы днями быть в одиночестве, выполняя боевую задачу? Проводить сутки под жарким солнцем или часами чувствовать, как дождь хлещет по телу? А научиться хладнокровию, уверена, далеко не каждый способен посвятить себя этой профессии. Преодолеть все трудности и в совершенстве овладеть оружием – это удел избранных.